На 9 каналі програма «Актуальне інтерв'ю». Мої вітання. Травневі свята – це смачна їжа, великі застілля. Як результат переїдання та проблеми зі здоров'ям? Як втриматися від переїдання, зберегти фігуру та залишитися здоровим? Про це ми запитали у нашої гості, дієтолога Дарії Лєвих. Мої вам вітання у нашій студії. Здравствуйте. Перше і, мабуть, логічне питання – як взагалі готуватися до Великодня? Очень хороший вопрос. Те, кто постились, да, 40 дней, исключили животные продукты. И важно понимать специфику этого процесса. Потому что за 40 дней наш желудочно-кишечный тракт уже адаптировался к тому, что ему не нужно вырабатывать много ферментов, которые переваривают, соответственно, животные жиры и белки. Поэтому, готовясь к Пасхе, да, к пасхальному воскресенью, нужно понимать, что на все сразу нападать не стоит, да, в воскресенье после выхода, да, после окончания поста. Это первый такой важный момент. И второй момент, важно в момент, когда вы там, да, собираетесь печь Пасхи или уже испекли, или покупаете. Пасхи будут везде. Пасхальные яйца, да, крашенки, они тоже будут везде. Вот подумайте о том, чтобы у вас в холодильнике были овощи. То есть сочность, клетчатка, то, что поможет, собственно, переварить эти овощи, это мясо, эти яйца и Пасху, собственно, да, в момент праздничного застолья. Якщо говорити про переїдання, як взагалі зробити так, аби, ну, очі з'їдять все, це зрозуміло, але шлунок не завжди впорається з тією кількістю їжі. Як зробити так, аби, ну, пригоди не сталося? Да, отлично. Здесь важно понимать тоже, что наш желчеток, вот самое главное, здесь нужно мне донести такую идею, что пока там люди не ели животных жиров, да, животные жиры это очень мощный такой желчегонным эффектом обладают. И поэтому, когда мы их полностью убрали, в том числе сливочное масло, да, желчеток, он как бы замедлился. Возможно, там были у кого-то какие-то формировались сгустки желчи или камешки маленькие. За 40 дней это вполне реально. Так вот, после того, как человек резко добавляет эти жиры в свой рацион, что может произойти? Холецистит, то есть обострение и воспаление желчного пузыря, панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы, потому что они не справляются с этим количеством продуктов и еды, и колит, то есть воспаление кишечника. Поэтому важно понимать, чтобы на праздничном столе были такие четыре основных момента, да, о которых нужно помнить. Первое – это вода, вот она у нас здесь стоит. Можно купить минеральную воду, хорошую, проверенную, качественную, без газа или с газом. Тут уже не столь важно, но важно подготовить желудочно-кишечный тракт к этой нагрузке. И перед застольем выпить хотя бы полстакана, лучше стакан теплой воды, минеральной воды. Это то, что поможет, так сказать, подстелить немножко соломки. Второй момент – это ферменты, которые мы получаем не из таблетки, да, то, что у нас рекламируют везде, по всем каналам, а это ферменты натуральные, то есть из продуктов питания. Где это? Это фрукты и овощи свежие, особенно овощи. Если мы говорим про овощи, да, то это молодая капуста, огурцы. Те, кто боятся там нитратов, можно просто это купить, замочить на пару часов в воде с добавлением соды, и таким образом лишние нитраты туда уйдут, в эту воду. То есть можно не бояться потом этого салата. Обязательно зелень, укроп, петрушка, щавель. Уже сегодня сама собственными глазами видела, сколько уже много растет этого щавля, он просто везде, поэтому тоже его можно... Дожди пошли, безусловно. Да, пользуйтесь, если у вас там свой огород или дача, вот едьте туда заранее, наливайте этой зелени, будет вам натуральный мизим, так сказать. Это второй момент. Третий момент – это специи и травы. Специи, они делают продукты. И я вижу, как вы уже слюнки глотаете. Я уже начинаю ощущать, как я за столом праздничаю. Как я ем травы, да, и салаты. Так вот, специи, они просто насыщают немножко быстрее. То есть мы таким образом, съедая маленький кусочек, мы уже наедаемся. Вот если сравнить, например,
усилители вкуса это одно, там мы съедаем много, да, глутамат натрия, то, что в колбасы добавляют, там мы переедаем, мы не чувствуем насыщения. А если это, например, приготовленный какой-то балык со специями, да, тогда это совсем другое дело. То есть вы съедаете меньше, ощущаете вкус, и вы быстрее насыщаетесь. То же самое касается трав, которые вот пряные травы тоже можно добавлять, собственно, там, к мясу, к рыбе и так далее. Это третий момент. И четвертый момент, главное не торопиться. Помнить, что уже все, эти продукты от вас уже никуда не денутся, вы сможете наслаждаться там все выходные. А как же поговорка в большой семье? Ну мы же сейчас живем уже в какое время? Уже ж к Пасхе все готовятся и закупают за неделю там колбасы, мясо какое-то, на шашлык маринуют. Да. Поэтому ну, вот, дефицита я нигде еще не встречала в современном мире, чтобы кому-то чего-то не хватило. То есть, как правило, люди берут наоборот впрок, больше, чем нужно, и потом выбрасывают еду, что тоже как бы с экологической точки зрения не очень правильно. Да? Поэтому лучше вот, отличиться и набрать с собой там, в гости или на природу не кучу пасок яиц, да? А немножечко там вот таких продуктов и все-таки много овощей. То есть всегда вспомните, любая компания, какие-то шашлыки, машлыки, природа, не хватает сочности, не хватает салатов, как правило, да, поэтому вот отличный вариант взять это с собой. Чего краще взагалі не їсти одразу після того, як вийшов з посту? Однозначно, это шашлык. То есть, если вы не ели мясо 40 дней, одно дело, когда люди, да, празднуют Пасху, но они не постились. Не постились. Да. Тогда им, в принципе, что сегодня шашлык, что завтра, неважно. А вот те люди, которые постились, действительно выдерживали пост, то это, конечно же, животные продукты и избыток животных жиров. То, о чем мы говорили в начале, да, что то может... То есть это серьезный стресс? Стресс, организма. И это вообще риск. Вместо природы оказаться на хирургическом столе, потому что если, не дай бог, пойдут камешки, да, из желчного пузыря, камешек может закрыть ход. Желчный проход. Проход. И все, и потом как бы все, операция. Это первое. Второе – это алкоголь. Алкоголь может быть как плюс, то есть он улучшает пищеварение, но в каких дозировках? В небольших. То есть это 100 ну, 150 максимум миллилитров сухого вина, там, красного, кагора, да, то есть то, что, как бы мы, чем улучшаем пищеварение, особенно если мы запиваем, не, а потом, да, а в процессе, как это делают французы, там, они в процессе. Ну, сложно человека со славянской ментальностью. Я понимаю, но тем не менее. Заставить пить, как француз, к сожалению, но тем не менее, согласен. Мы понимаем, да. Как это будет более для нас здорово, да, то есть, что принесет пользу, потому что, ну, зачем, смысл было поститься и сейчас вот так вот все перечеркнуть, потому что это было не только как-то ментально, духовно, да, это было и физически. Очищение. Поэтому важно из этого очищения выходить постепенно, плавно и не спеша. То есть самые большие такие проблемы обычно возникают с жирным и жареным, там очень сильно пряным каким-то, да, там копченым, например, да, и алкоголь. Эта смесь, вот у людей, у которых есть там гипертоническая болезнь, атеросклероз, это тоже чревато обострениями, да, или повышением давления, или, не дай бог, каким-то там закупоркой чего-то, какого-то сосуда, плюс еще тут куча, да, каких-то факторов внешних, там где-то что-то побежали, прибежали, присели. То есть нужно быть максимально бдительным в этот момент. Вы как врач, что можете сказать, вот, по наблюдениям, предрождественский пост, вот предпасхальный пост, и вот люди, когда выходят из него, достаточно большое количество летальных исходов. Они... Это вот все те последствия, о которых вы говорили? Или... Ну, насчет летальных, тут я статистику не вела, слава богу. Ну, среди знакомые патологоанатомы говорят, вот сейчас повезут пасочников. Да, пасочников, и те, кто у меня работают, например, в стационарах, да, там на скорой помощи, они говорят тоже, что обострение как раз-таки желчекаменной болезни, холециститы, панкреатиты, колиты –
гипертонические кризы, инфаркты, инсульты. Да? Понятно, что инфаркты, инсульты – это то, от чего, кстати, таки умирает людей в мире больше, чем умирает на сегодня даже от коронавируса. То есть мы немножечко уходим сейчас в другую как бы сферу, а про сердечно-сосудистую патологию почему-то очень мало кто, в общем, да, вспоминает. Поэтому важно помнить и знать, если у вас есть какие-то особенности, или у вас повышенный холестерин, или прыгает давление, или что-то непонятное с пульсом, то перед этим желательно таки попасть к врачу, обследоваться, чтобы понимать, к чему готовиться, да, и вообще, как себя вести, в каких ситуациях. И в том числе, конечно, это касается и еды тоже. Чьи у вас улюбленный рецепт Пасхи? Да, он у меня есть в Инстаграм, пожалуйста, подписывайтесь, доктор Левых. Там очень классный рецепт, он без, ну, с минимальным количеством сахара, с минимальным количеством белой муки, на это творожная Пасха. Собственно, делала я ее сама, еще в этом году не делала, но делала в прошлом году. Все прекрасно получилось. И самое главное, пожалуйста, вот у меня такая прям просьба к нашим хозяюшкам не делать этого много. Потому что, как правило, когда мы напекаем этого много, хочется, чтобы это не пропало, и надо запихнуть все это в кого-то. Вот не надо так делать. То есть лучше чуть-чуть съели, попробовали, вот отпраздновали, и все, и забыли как бы эти Пасхи, да, чтобы они к вам потом не маячили еще там 2 недели в доме. Не могу не спросить, ну, достаточно большое количество людей, кто постится, они серьезно сбрасывают в весе. Кто-то потом достаточно так же быстро набирает в весе, иногда даже перескакивает родную планку. Как этого избежать? То есть, ну, сейчас речь идет о том, насколько длительно надо выходить из поста, чтобы не набрать вес. Чтобы не набрать, да? Тут надо понимать, за счет чего обычно теряется вес во время поста. Если человек неправильно балансирует свое питание, то есть он убирает животные продукты, как правило, это мясо, яйца, то, откуда он получал белок. Он при этом не ест рыбу, то есть он недополучает белок. Он теряет мышечную массу по большей степени. Да, уходит и жировая, но все-таки теряются и мышцы. И это хуже, чем если бы он ел, например, там, рыбу каждый день, не терял мышцы, но чуть-чуть уходила жировая масса. Жировая масса обычно уходит за счет уменьшения сахаров, углеводов. Не белка и жира, да, а именно углеводов. То есть это, собственно, выпечка. Это то, кстати, что я вижу, на что переходят люди во время поста. То есть сейчас нельзя было яйца, там, мясо, молочные продукты, что ели? Мивину, каши, хлеб, булки, лаваши. И к чему это привело? К тому, что там, в печени начались процессы, да, формирования тоже, замещения нормальной ткани жировой тканью, несмотря на то, что вроде как внешний человек худеет и теряет при этом мышечную массу. То есть это неправильное похудение, абсолютно. И естественно, когда оно заканчивается, этот процесс, наступает этап такого восстановления, да, когда организм пытается вообще набрать, восстановить эту мышечную массу. Человек начинает переедать уже жирными продуктами в большей степени и набирать жировую массу вместо мышечной. И здесь краеугольным камнем является такие физнагрузка, да, спорт. Если в этот момент, когда человек начинает добавлять мясо, рыбу, яйца, да, и жир в том числе, то ему нужно заниматься активнее просто спортом. Этому всячески способствует погода, то есть уже в воскресенье, в Пасху там, или когда на праздники, на выходные мы можем покататься на велике, поиграть в волейбол, просто походить, побегать, активно, да, подвигаться, чтобы начать именно активацию формирования и наращивания мышечной ткани. По сути, мы все полностью мышечные, все наши органы, в них есть мышечные волокна. Это белок, это наше дыхание, то, как диафрагма работает, кишечник, наши гормоны – это белки, ферменты – это белки. И если нам не хватает белков, мы стареем быстрее, дряхлеем, то есть когда вот, да, почему пожилые
пожилых, они вроде как могут там ходить, но они очень слабые, потому что мышечная слабость, потому что саркопения, да, когда, по сути, мышечная ткань замещается жировой. Поэтому тренировки – это вот краеугольный сколько камень. Сколько надо воды выпивать среднесуточно для того, и сколько проходить пешочком? Вот пешочком. Да. Тем больше, тем лучше. Нет предела минимум совершенства, 10, я понимаю. 10 тысяч шагов – это вот то, что ВОЗ рекомендует, да, 10 тысяч шагов в день. Пожалуйста, ходим. Но если мы говорим про именно набор мышечной массы, то это какие-то гантельки, утяжелители на ноги во время ходьбы, это резиночки, да, чтобы растягивать все группы мышц, это важно. А насчет воды здесь есть тоже ВОЗовская универсальная как бы рекомендация, 30 мл на килограмм веса. Хорошо, если это вода, например, поиграться с температурой. Не все могут пить, например, вот комнатную или холодную, неприятно пить, не хочется. Нагревайте ее, делайте ее горячей, как чаек. Добавляйте туда ягоды, специи. Лимончик. Да, лимон, не сахар, не мед все-таки, да. А почему не мед? Почему не мед? Потому что мед провоцирует выработку инсулина. Ну, то есть повышение сахара, инсулин дальше, да, повышается. И это тоже приводит к воспалениям, как правило. Плюс в меде есть много фруктозы. Фруктоза для печени – это очень плохо. То есть она тоже формирует замещение нормальной ткани, да, печени жировой. Ну и подводя итоги нашего общения, ваши практические советы для всех, кто нас сейчас слушает перед большой чередой майских праздников, а их действительно будет много, 4 плюс 3. Поэтому как так, чтобы праздник не закончился реанимацией или, не дай бог, дорогой в один конец? Вот, самое главное, сместите акцент с еды и там выпивки на эмоции, на то, что вы можете получить и с кем провести это время. Да, это может не совсем даже диетологическая какая-то рекомендация, но это очень важно. Смещайте акценты, да, запланируйте себе поездку куда-то, в какое-то красивое место, к родственникам. Подумайте о том, что вы можете им сказать, что хотели давно сказать там близким, родным, на что не хватало времени, да, как-то вот вспомнить о чем-то хорошем. То есть все-таки перевести немножко акцент, это важно. Второе, запланируйте активный именно отдых, не шашлыки просто у костра, скажем так, с литрами пива, да, как это я вижу часто происходит, а это что-то более активное такое, да, движение. Третий момент, обязательно с собой возьмите много овощей. Вот маленькая морковка, да, для детей это интересно, это вкусно, красиво. Натрите морковку с собой, если там, да, далеко куда-то едете. Подумайте, какие еще салаты можно сделать без майонеза или просто нарезку овощей. Вот овощи, это вот половина должно быть вашего рациона. Точно в этот день половина вашего съеденной порции – это овощи, это обязательно. И, конечно же, это водный режим. То есть не забывайте пить, уже солнце светит, жарко, мы потеем, чтобы не было обезвоживания и лишнего стресса для организма. Это вода. Дякую, що знайшли змогу. І з жартома скажу, що не забувайте пити і закусювати теж. Дякую. Говорили про дуже важливу тему напередодні свят. Ну, глядачам 9 каналу, нагадаю, що у мене у гостях була дієтолог Дар'я Лєвих. Говорили про дуже важливі речі напередодні травневих свят. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить!